Сельскохозяйственные предприятия в Беларуси во многом влияют на экономическую систему, а потому их работе уделяется большое внимание. Эту тему обсудили на коллегии в Комитете госконтроля Гродненской области. Одним из возможных путей повышения эффективности работы сельхозорганизации является присоединение неэффективных предприятий к более крупным и финансово устойчивым. Такой путь выхода из кризиса называется реорганизованным и предполагает присоединение, продажу или безвозмездную передачу управления предприятием с низкими показателями. Такая практика реализуется в Гродненской области с 2004 года и за все время зарекомендовала себя с весьма успешной стороны. Вплоть до 2020 года 25 сельхозорганизаций региона приобрели собственников в лице промышленных предприятий. Абсолютно во всех случаях достигнут стабильный рост производственных показателей, но вот что касается экономических показателей, то у ряда сельхозорганизаций именно экономическая эффективность их деятельности требует улучшения. Отдельные из них имеют отрицательную рентабельность производства сельхозпродукции. Все дело в том, что вложенные инвесторами средства, как показал анализ, не всегда использовались по назначению. Успех и повышение эффективности, как правило, отмечается на тех предприятиях, что вкладывали деньги в модернизацию оборудования. В свою очередь, те организации, где финансы были направлены на поддержание текущей работы, добились отрицательной рентабельности.